22 января губернатор Игорь Удэня провел совещание о внедрении в Тверской области новой модели пассажирских перевозок. С февраля 2020 года система начинает работу в Тверской агломерации на территории Твери и Калининского района. Все подробности в первом материале выпуска. Обновление общественного транспорта в рамках новой модели пассажирских перевозок пройдет поэтапно в течение февраля. 3 февраля 115 автобусов выйдут на 39 маршрутов. На остальных замена на новый транспорт будет проходить в течение февраля. При этом до полного обновления транспорта будет обеспечено движение действующего подвижного состава. С 10 февраля будет введено еще 16 маршрутов и 143 автобуса. С 17 февраля добавится 17 маршрутов. На рейсы выйдет 196 единиц транспорта. С 27 на 13 маршрутов выйдет 117 автобусов. В итоге в рамках новой транспортной модели будет введено 85 маршрутов и свыше 470 автобусов. Для нас этот проект является очень важным и значимым, и статусным. Вся работа, которая сегодня делается совместно и правительством Тверской области, администрацией города Твери, администрацией Калининского района, федеральными органами исполнительной власти, направлена на повышение качества оказания услуг. Осталось менее двух недель до перехода на новую модель пассажирских перевозок. 3 февраля проект входит в активную фазу реализации, подчеркнул глава региона. Эта задача очень непростая, потому что она связана с рядом организационных процедур. Это касается и переходного периода в течение февраля месяца, где мы должны, так сказать, еще раз обратить внимание наших партнеров, Михаил Борисович, вас, соответственно, с Максимом Константиновичем, кто представляет, и Александром Александровичем, значит, по необходимости резервирования и транспортных средств, и более внимательного отношения к выдаче проездных билетов, приобретению, значит, этих карт, которые необходимы для проезда. Также должна быть создана и функционировать горячая линия телефонная, да, по которой мы должны совершенно четко анализировать обращения граждан и своевременно реагировать на их просьбы, пожелания. Жители Твери Калининского района проезд в новой модели пассажирских перевозок смогут оплатить наличными. Стоимость составит 29 рублей. И бесконтактной банковской картой. Стоимость 25 рублей. На совещании также обсуждался вопрос об организации оплаты проезда, в том числе для льготников. Для них будет действовать социальная карта жителей Тверской области, которая с марта этого года заменит привычный единый социальный проездной билет. Электронной социальной картой может стать любая действующая у вас банковская карта. Три условия она должна выполнять. Она должна быть системой МИР, она должна быть бесконтактная и она должна быть именная. Стоимость останется прежней – 302 рубля в месяц. Льготный проезд будет действовать на всех маршрутах новой системы пассажирских перевозок как в Твери, так и в Калининском районе. Участники совещания также рассмотрели возможность расширения льгот, в том числе для многодетных семей.